Значит, появился у нас некий новый донатер. Мое ему почтение. Moscow House Night. 100 рублей. С текстом. Вот видео, музыка там охуенная, аналитику в студию. Ну, надеюсь, что аналитику... Ну, короче, я не знаю, чего надо делать. Аналитику, музыки в видосе или самого видоса. Ну, в общем, я буду просто как-то реагировать. В любом случае, спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, подписывается на канал. Спасибо также большое всем тем, кто заходит на стримы. А донатерам, ну, конечно, как всегда, самое большое спасибо. Сбор я пока обнулю, с вашего позволения. Вот, и давайте начнем. Как же там зарабатывать? Ну, типа, миллиарды, понятно, что бизнес вообще в принципе, как бы он миллиардный. Ну, понятно, что в одно рыло там вряд ли кто-то фармит больше нескольких сотен тысяч. Типа, ну, какой-нибудь только лютый там супер какой-то. Просто король-барыг, наверное, пару миллионов, может быть, и фармит, да. В 2017 году, после падения РАМ, монополистом Даркнета стал ресурс Гидра, который сразу же развернул масштабную борьбу за расширение своей аудитории. Угу. Главная ставка... Какой-то был такой тоже мерч, типа «Россия живет скоростями». Была сделана на активную пропаганду наркотиков в публичном сегменте интернета. В середине июля Гидра массово выкупила рекламные ролики на YouTube, причем со своего официального канала. Видео подчеркивало удобство и анонимность ресурса. В комментах СММщики Гидры сыпали остроумными мемами и объясняли преимущества площадки. Через день YouTube заблокировал ролик, но уже в августе появился новый. Привет, пес. На этот раз он продвигался с фейковых аккаунтов. Третий и последний наркоролик на YouTube появился в начале 2018 Охренеть. Года. Все видео были оперативно удалены, но с учетом копии во ВКонтакте... Тебя вроде лучше слышно. Ну, потому что я вот так вот перестал делать, то есть я ближе вернул микрофон себе, и... То есть раньше микрофон захватывал и колонку, и меня, а теперь все, ну, стало нормально, короче. Их успело посмотреть 33 миллиона человек. Ну, сестра, все, она на кухне тогда там сейчас пожрет, не знаю, наверное, ляжет спать, я ей буду ночью помогать комп ее новый настроить. Следующей крупной рекламной акцией Гидры стала спам-рассылка WhatsApp и Viber, накрывшая более полумиллиона россиян. Охренеть. Массовые рассылки четко сегментировались по региональным центрам России. Спам приходил жителям крупных городов. Они купили в Даркнете базы телефонных номеров, потом взяли левые сим-карты, добавили номера из баз ВКонтакте и отправили сообщения всем, кто был зарегистрирован в этих мессенджерах. Поскольку рассылки совпали с новой волной телефонного терроризма, их расследованием занялась спецгруппа ФСБ. Опасаясь разоблачения, рекламщики Гидры затаились. Но ненадолго. В июле 2017-го началась мощная рекламная кампания в Telegram. Именно в мессенджер Павла Дурова перешла часть магазинов с закрывшегося РАМ. Появилось множество тематических телеграм-каналов про Даркнет, наркотики и криптовалюты. Один пост со ссылкой на Гидру стоил от 10 до 150 тысяч рублей. На сетке из нескольких крупных каналов в день можно было заработать около 200-300 тысяч рублей. В день? Месячная прибыль такой сетки доходила до 6 миллионов. Ебать. Гидра. Ну, это, активно... я так понимаю, доход не барыг, а непосредственно доход... Что значит сетка каналов? То есть это все-таки доход тех, кто рекламу продавал. Сейчас что играет? То, что здесь на фоне... Развивала и свой телеграм-канал, ставший настоящим корпоративным медиа. Над материалами про наркотики работала полноценная редакция на зарплате. Масло в огонь подливала и официальная пресса, постоянно писавшая про Даркнет. Такое, блин, звучит как такое, в принципе, музло, ну, стоковое. То есть оно прикольно годится как раз для роликов. То есть я больше не представляю, зачем еще эту музыку можно использовать. То есть такая музычка для... видеороликов. Ну, вот, чисто. Нелегальные вещества. В стране сложилась новая подростковая субкультура со своими тусить, мемами тёлки. И особой терминологией. Закладка. Шкуроход. Чайка. Наркоман, который ищет закладку, чтобы что? Шкуроход. Чтобы украсть. Чайка. Требующий перезаклад. Массированная наркотическая пропаганда оказалась вполне эффективной. Аудитория Гидры стабильно росла. Сегодня наркотики на Гидре покупают 815 тысяч человек. Хуя, ебать, миллион
наркоманов, бля, в стране, пиздец. Немалую роль в популярности сайта сыграли его дизайн и функционал. То есть это, ну, где-то, ну, сколько, если 150 миллионов там человек населения, и 800 из них там, значит, хуячат, это где-то 0.5% населения страны, ебануться. И это только на одном сайте, еще непонятно, как остальные там что. Грязный почтальон идиот с немытыми руками во время эпидемии шатается. Понятно все. Интерфейс во многом напоминал AliExpress, тот же личный... Ну, посадят его за это рано или поздно. ...кабинет и товары, разбитые по категориям. Только здесь покупают не смартфоны и кроссовки, а стимуляторы и эйфоретики. Основной бизнес продавцов Гидры – моментальные магазины. Закладки с веществами распределяются в них по районам конкретного города. Наркотики покупают за биткоины, через Киви-кошелек или Яндекс.Деньги. После подтверждения оплаты покупателю автоматически выдается адрес с GPS-координатами, описанием и фотографиями места. Закладки прячут кладмены – боевая пехота наркобизнеса. Их профессия в теневой торговле самая популярная, но риски и текучка кадров также крайне высоки. Конечно, из-за плата, все преподносится так, что заниматься этим практически каждый. Многие кладмены увольняются через несколько месяцев, не выдержав постоянного стресса. Но желающих делать закладки меньше не становится. Первый мой работодатель был телеги. Понятное дело. Когда там все эти рамсы начались с рампой, с гидрой, гидра захватила весь рынок, как бы. Но я уже перебрался в гидру, собственно. За 2 года сменил, 4, наверное, магазина. В последнем, зарабатывал, наверное, уже 40-50 тысяч в неделю. За одну успешно найденную покупателем закладку кладмен получает от 350 до 1000 рублей. Но конечный заработок зависит лишь от его везения, находчивости и подготовки. Ну, максимум, что я мог, наверное, Нихуя. 50 вкладок сделать. Как относишься к наркоте? Пробовал, не знаю, ничего такого хорошего. Ну, то есть, положительно не отношусь точно. Вот. Ну, не знаю, спорно. То есть я как-то, честно, стараюсь... даже не то, что стараюсь. Я, к счастью, я не политик, и это все равно не моего ума дело. Так что я просто поэтому никак. Вот. Ну, я знаю насчет той же Марии Ивановны, что есть вроде как какие-то исследования о том, что якобы... она может являться причиной перехода на более тяжелое говно. И типа нередко именно вот, ну, короче, попробовав это, и поняв, ладно, и люди уже там на кокос переходят, на всякую такую хуйню. Синька, она, хз, честно говоря. Бухнуть я вот как раз вот как-то вот, блядь, вполне себе. А та штука, она просто, ну, то есть, после алкоголя тебе особо не будет хотеться еще и там, блядь, я не знаю, типа, пойти, блядь, посушить носик феном там каким-нибудь, да, или, предположим, кокоса какого-нибудь оформить. Ой, да. А после дудки, типа, всякое может быть. То есть, даже прикол не в том, что, ну, то есть, алкоголики, они тоже опасны социально, но они хотя бы, как бы, с ними понятно, что делать, как это работает и так далее. А, ну, блядь, с дудки, типа, ну, не знаю, мне кажется, это будет непривычно очень. Короче, я не эксперт в этом вопросе, честно, и даже не могу ничего сказать. То есть я не за, ну, чего-то прям люто против я не имею, там, той же самой травы. Но и, честно говоря, там, я как-то не топлю за декриминалайз или там... легалайз или за еще какую-нибудь хуйню такую. Ну, то есть, как-то я не знаю. Ну, интересно. Я 2-3 часа раскидывал мусор, гаш, амфетамины, да вообще все, что давали. Мотивация. Ну, типа, мне это не надо, точно. То есть, я как бы попробовал кое-чего, понял, что... ну, как бы, в чем прикол, скажем так, я понял, зачем это делается и кому это нужно. Мне это не нужно. Для счастья, для, соответственно, жизни, и я,
соответственно, просто от этого абстрагирован. Ну, как-то так. Заработать кладменом у всех разное, но финал, как правило, один. Ну, конечно, да, то есть месяца 2-3 поработал за хорошие даже бабки, там, за сотню тысяч, за 200, может быть. А потом, блядь, на 10 лет упекаешься в тюрячку. Полиция знает методы закладчиков, поэтому чаще всего они оказываются за решеткой. Ведь каждый возит с собой несколько десятков готовых закладок, а за это при поимке можно получить минимум 4 года лишения свободы по статье 228, часть 1. Сам я знакомы с 5 кладменами. 3 из них уже, по-моему, сидят. Я вообще почему ушел? Ну, потому что в жопе, наверное, оказался. Ну, слишком близко к тюрьме, к смерти. И ну, в какой-то момент понял, чем быстрее и наглее ты уйдешь, тем лучше все закончится. Получают и поставляют товар закладчикам складмены. Складмены. Они оставляют мастер-клады, большие наборы закладок. Также складмены хранят у себя оптовые партии веществ. Нихуя. Для хранения наркотиков опытный складмен арендует гараж или отдельную квартиру на окраине города. Некоторые разделяют места для фасовки, хранения товара и готовых упаковок для закладчиков. Ну, короче, начала, потому что деньги нужны были. Довольно быстро стало нормально зарабатывать, но месяца через 4 повысить до склада, как-то так. Товар складу нужно подвозить. Если магазин крупный, то этим занимается перевозчик. Но часто складмены сами забирают наркотики по координатам от магазина. Уже на месте беру готовую партию, приезжаю в специально снятую хату для работы. Фасую стамп для кладменов. Грамм по 10-30 обычно. Из веществ беру почти все, кроме синтетики. Выплаты складмена зависят от вида товара. В среднем он получает не менее 1500 рублей за мастер-клад, а складмены со стажем зарабатывают до 500 тысяч в месяц. Ну, тоже не так много, на самом деле, не миллион. Ну, денег получаю отлично, можно жить спокойно, не париться. Путешествую, ем в нормальных ресторанах, в целом ок. На квартиру почти скопил. Нормально. Большинство поставщиков ориентируются на производство самого востребованного в России наркотика. Это мефедрон. Мефедрон. Это самое востребованное? Ебать, а что это такое вообще? Этот дешевый в производстве эйфоретик называют кокаином для бедных. Популярность мефедрона помогает магазинам на Гидре осваивать новые рынки и наращивать прибыль. И чувак этот, короче, про девочку с каре, пиздец, конечно, он запиарил эту штуковинку. Я уверен, что, типа, после такой хуйни, многие поинтересовались, что это такое. Причем поинтересовались вплоть до пробы. В регионах шопы все чаще продают франшизы. У них покупают оптовые партии. Типа, неужели это нельзя за пропаганду его, как бы, выебать? Налаживая свою сеть из оператора, складменов и закладчиков. Но очень многие странно. Наркоторговцы открывают собственные магазины с нуля. Ключевой сотрудник магазина – оператор. От его профессионализма и трудолюбия зависит популярность и доход шопа. Оператор решает все вопросы с администрацией, заносит адреса закладок в базу и общается с клиентами. Небольшие магазины чаще... Что там за общение такое с клиентами? Это адреса за... Сейчас. Доход шопа. Оператор... От его профессионализма и трудолюбия зависит популярность. Видите, даже здесь нужно трудолюбие. Такое вот. Ладно. И доход шопа. Оператор решает все вопросы с администрацией, заносит адреса закладок в базу и общается с клиентом. Еле нашли, фотка отстойная. Спорта, рэпыры. Правильное время для прохождения. Саня. Небольшие магазины. Этот был, блядь, а у меня во дворе ходит девочка с каре. Она... Я не помню, как его зовут. Ну, какой там хуй. Вообще же насрать. Чаще всего закупают товар у более крупных игроков. Как правило, это необходимое условие для начала бизнеса. Ведь у новичков нет прямых выходов на производителей веществ. В 95% магазинов... Чё ты, блядь, я проебался. У новичков нет... Из моей трудолюбия зависит популярность и доход шопа. Оператор решает все вопросы с администрацией, заносит адреса закладок в базу и общается с клиентами. Небольшие магазины чаще всего закупают товар у более крупных игроков.
Как правило, это необходимое условие для начала бизнеса. Ведь у новичков нет прямых выходов на производителей веществ. Понятно. В 95% магазинов продается почти весь ассортимент наркотиков. Большая часть веществ производится в России. При этом повышенный спрос напрямую сказывается на их качестве. Химики просто не успевают обеспечить нужный объем веществ, и продавцы регулярно их разбавляют. Руководить такой огромной площадкой, как «Гидра», крайне непросто. Администраторами на ней работают несколько десятков человек с четко распределенными обязанностями. Основателем «Гидры» считается человек со скромным ником «Админ». Модераторы Fatality, Iron Man, Deos, Handsome Jack, Enter и Табу разрешают диспуты с оптовыми продавцами. Также они следят за рейтингами и отзывами магазинов и общаются с постоянными покупателями. Модераторы подчиняются администратору форума под ником Resident и его заместителю под ником Burning Man. Команду разработчиков возглавляет админ Dev, а главред руководит отделом маркетинга и пиар. Еще двое руководителей Гидра, Наблюдатель и Сатоши Накамото, не имеют официальной должности. Но по информации инсайдеров, именно они принимают ключевые решения по развитию площадки. Постоянно растущий курс биткоина способствует... Да, Иван Сыромятников, наверное, вот понятно, как он поднялся, так сказать. ...повышению доходов наркоторговцев. Бизнес-модель Гидры организована настолько грамотно, что ее позиции будут только укрепляться. Каждый день более 800 тысяч россиян снимают закладки с наркотиками на 227 миллионов рублей. Это 6 миллиардов в месяц и 65 миллиардов в год. Рублей. Миллиард долларов, получается, да, по сути дела. То есть весь наркобюджет России — миллиард долларов в год. С этими словами трудно поспорить. Пока россияне почти... Да, 65 тысяч. Сейчас, 65 миллиардов, да, разделить на 800 тысяч наркоманчиков. Ебать, а хуль так много-то, бля? 80 штук в год чуваки тратят на наркоту. 200 рублей в день так в среднем получается. 222 даже. То есть средний нарколыга тратит в день на наркоту 222 рубля получается. Пиздец. То есть это в неделю, ну давайте, 222 умножить на 7, да? 1500 в неделю. Как-то так получается. Но бывает и побольше, я так понимаю. Ну чисто, да, раз в месяцок так втарится там 1000 за 6. Веселым чем-нибудь и белым. Понятно. Почти все свободное время проводят в интернете, Гидра протягивает свои виртуальные щупальца все дальше и дальше. А страна тем временем погружается в пучину наркотической чумы. О, страна погружается. Бля, миллион долбоебов долбит, нахуй. Еще 149 миллионов, блядь, не долбит. Страна погружается в пучину. В следующем видео. Печальные судьбы наркоторговцев. Я по такой логике могу сказать, что, блядь, если у пошлой Моли сколько подписчиков, кстати, ВКонтакте? 700 тысяч. Пошлая Молли, блядь, погружает страну в, нахуй, в говно, в любовь к просто уебищной музыке. Блядь, типа, пиздец вообще. Просто страна, не знаю, страшный пиздец вообще происходит. Пошлая Молли примерно настолько же страшна, насколько весь наркобизнес, блядь, в стране. Реальные истории закладчиков. Проект Гидры, что, да, ждет осужденных за наркотики? Это проект админа. После освобождения. Интересно, интересно. Ну, прикольно, так узнал, типа, примерно, там, как что работает. Ну, в принципе, блядь, все просто под музло, под такой, с картиночками, а так, блядь, обычный бизнес, типа, только нелегальный. Обычный нелегальный бизнес. Есть поставщики, есть крупные игроки, есть более мелкие. Мелкие, там, значит, контачат с крупными. Есть оператор, есть складмен. Ну, теперь знаю, что есть кладмен, а есть складмен. Вот, и, соответственно... Ну, как что, и примерно какие деньги в этом вертятся. Мне про деньги было интересно узнать, и про числа, ну, то есть про количество въебантов, скажем так. Элемент коррупции на верхних эшелонах, даже не касаясь вреда здоровью. Не понял,
что значит элемент коррупции на верхних эшелонах. Не понял эту мысль, честно говоря. Ну, у Моргенштерна вообще 1,5 миллиона подписатых в ВК. Он страшнее наркотиков. Да, раза в два, блядь. Ну вот, ребята, запретите, блядь, Моргенштерна. Он реально, вот это реально проблема. А наркотики, ну, как бы, ну, хуёво, конечно, так, грустненько, ну, блядь. Ну, не знаю, честно говоря. Спасибо за просмотр, как говорится, спасибо за донат. Видос заканчиваем на этом, стрим продолжаем.